Мы рекомендуем производить ежегодное оказание финансовой помощи, не дожидаясь даты истечения активности аккаунта. Таким образом, вы точно не упустите прибыль и не потеряете ни одного партнера из-за возможной блокировки. А также в этом случае вам не придется оплачивать сервисный сбор в размере $5 за очередное годовое обслуживание. Для того, чтобы оказать ежегодную финансовую помощь и тем самым продлить активность статуса «Бизнес», не дожидаясь ее окончания, перейдите в раздел «Центр управления» и нажмите «Оказать сейчас» справа от даты ежегодного оказания помощи. Система переместит вас в раздел «Ежегодного оказания финансовой помощи». Обратите внимание на то, что активность статуса «Бизнес» будет продлена на 1 год от указанной даты окончания активности вашего аккаунта, а не от сегодняшней даты. То есть, оказывая финансовую помощь заблаговременно, вы не делаете это себе в ущерб, а наоборот получаете весомые преимущества. Согласно правилам системы, ежегодное оказание финансовой помощи производится на сумму $100. Кликнув по ссылке «Показать список получателей финансовой помощи», вы можете ознакомиться с суммами переводов и списком их получателей. Пополните баланс своего счета на $100, и система автоматически выполнит переводы оказания финансовой помощи по списку получателей. Для этого выберите удобный способ оплаты среди методов, предложенных на странице оказания финансовой помощи, и произведите платеж, следуя подсказкам системы. Список способов оплаты, предложенных вам на странице оказания финансовой помощи, будет автоматически отфильтрован по географическому признаку. В нем будут представлены наиболее удобные способы оплаты для вашей страны. Если же среди предложенных способов все-таки нет подходящего, то нажмите ссылку «Показать все способы оплаты» и выберите удобный для вас. Вы можете совершать оплату в любой валюте – рублях, гривнах, тенге и любой другой. Система автоматически произведет конвертацию ваших средств в доллары по курсу обмена платежной системы на день оплаты. Для того, чтобы узнать, какую именно сумму, например, в рублях, вам необходимо заплатить для пополнения счета на $100, просто кликните по нужному способу и следуйте подсказкам системы. Самым удобным, быстрым и экономичным способом пополнения счета является онлайн-оплата с банковской карты Visa или MasterCard. Если у вас есть банковская карта и на ней имеются денежные средства в любой валюте, просто кликните по соответствующей иконке и в открывшейся форме введите платежные реквизиты своей карты. Далее подтвердите совершение оплаты с помощью защитного кода, который поступит вам по SMS. Сразу после успешного завершения оплаты ваш счет будет пополнен на $100, и система автоматически произведет оказание финансовой помощи от вашего имени на соответствующие суммы по указанному списку адресатов. Как только процесс оказания финансовой помощи будет завершен, откроется модальное окно, в котором система сообщит о том, что активность статуса «Бизнес» успешно восстановлена. Поздравляем, с этого момента вы можете передавать благотворительную эстафету и получать денежные переводы в свой адрес от людей со всего мира. Нажмите кнопку «Продолжить» для того, чтобы получить инструкции по дальнейшим действиям. Если у вас что-то не получается, вы можете обратиться за помощью к своему информационному спонсору и другим вышестоящим партнерам, которые напрямую заинтересованы в вашем успехе. А также вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки или к онлайн-консультанту. Подробно опишите свою проблему, и мы вам обязательно поможем. А теперь вы можете продлить активность статуса «Бизнес». Войдите в личный кабинет и повторите пройденные действия.